Meltdowns. The Templars are going to burn this place to the ground. I need to get out of here. Fast. Так, его не надо бить. Это хорошо. Вот того чмаря надо убить. Кто следующий? Так, нам то не надо. Только вперед. Так, вот это нам надо взять. Минус. Я спалился. Хрена себе. Так красиво все было. А, он сейчас будет гореть. Огонь, 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 огонь. Ай, блин, надо быстрее это все делать. Ладно. Не страшно. Бежим, 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 бежим. Под кайц надо убивать так быстрее. Бежим, бежим, бежим. Тут надо прям бежать и бежать. Ай-яй-яй. Блин. Не успел залезть. Окей. Так.
Так, а куда теперь? Да? О, нет. Странно. А, вот. Будь сейчас осторожным. Так, туда нам нельзя. И туда. Кораблики тонут. Все спалили, вот черти. Ай-яй-яй. Чуть не спалился я. Утонуто. Ай-яй-яй. Надо наверх. Ё-моё, чуть я упал, что? А, я убежал. Так. Все спалили нахрен. Шесть 19, быстрый. Я увеличен запас шумовых эротиков. Сестренка, ты не виновата в том, что случилось с Макао. Форд сжег тигр Дзюдзюнь. Он известен своей жестокостью. Мы называем его демоном. Я знаю, но мы стали причиной этого безумия. Мы и моя жажда мести. Я предупреждал тебя об этом, Дзюдзюй. Я знаю, что твое желание отомстить не расходится с целью братства. Но нельзя думать только о мести. Магистр Эцио сказал мне то же самое. Он мудрец без сомнения, в отличие от нашей следующей цели, Вэйбиня. Змей, тот, кто уничтожил наше братство, правая рука Джан Юна. Да, Вэй Бинь приведет нас к нему, но риск очень велик. Они знают, что на что мы способны, им нужна шкатулка и секреты, которые она хранит. И Вэй Биню ты пойдешь одна. Я знаю человека, который, возможно, поможет нам. Хорошо, учитель. Я отыщу тебя, когда убью Вайбиня, и узнаю, где Джан Юн. Так, поиски, 1529 год, Нян Юн. Шао Дзюнь отыскал следующую цель, она отправится в Нюнянь, в Нян Юн, чтобы убить Вайбиня. Этот тигр скрывает свои крепости, и Шао Дзюнь придется пробраться мимо тамплиеров, наводнивших улицы города. Окей, поехали. Там люди хотя бы появились.
А можно вот скрыться среди людей. Очень удобно. Но жизнь вот почему-то меня не прибавляется. Жалко. Бежим, бежим, бежим. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот эти опасные. I should light the candle at the altars throughout the city in respect of those who did not make it. Хера их так много. Он меня сразу убил. Ни хрена себе. Короче, я тут одного убил. Вейбин сотрудил death of many of my brothers and sisters. Так, надо шумовушку кинуть. А, тревога. Нельзя тревогу делать. Ворота закрылись. Так. Вейбин сортил смерть многих моих братьев и сестер. Я бы хотел... А, нет. Ты, блин, с одного удара. Что же делать? Надо того убить. Вейбин сортил смерть многих моих братьев и сестер. Я бы хотел candle at the altars throughout this city. In respect of those who did not make it. Может, вот с ними надо идти? Точно. А как? Ну, прикольно, да? Воу-воу-воу-воу-воу. Ух ты. Убил засранец. Свой засранец. Блять, с одного выстрела убивают. А я ничего не могу себе увеличить почему-то. Почему я не могу? Легенда. Так. Ладно.
обстоятельно. Поближе подойдет. Так. Johnny, repel the blocked attacker with a counter action. Excellent work. Keep it up. Perhaps the heat of battle will sharpen your wits. The lesson ends here. Так, понятно. Упал. Далеко пошли. Центр,
来人呐！ 哎呀呀！ Вот один удар у него, он сразу половину сносит. Смотри, чтобы тебя не услышали. Постараемся. Легко отправлять людей в патрули, когда сам сидишь безопасно. Бери свинели, пчелу, шкатулку. Давай пусть перемещаться между укрытиями по операциям глаза врага. А, понял. О, как. Нормально. Так, а тут побежать можно? Вейбин要我们控制这座城市，只是为了确保刺客组织不会试着夺走这座城市的控制权。 他下命令要我们到这里巡逻，当然很简单。他躲着可是安全的很。别让大人听到你说的话。再抓住他！来吧！这边。Тихую будем все делать. Хрен поймаешь. Темплиер обоссанный. Чтобы не заблудиться потом. Вот там кто-то бочки поднимает. Ой-ой-ой-ой-ой. Бежим. Есть. Прошли быстро. Довольно-таки этот уровень. Прирост энергии Netflix. Я клинок, что скрывает во тьме моя добыча, Вейбин. Я подкрадусь к нему в тенях, мой удар будет молниеносным. Никто не остановит меня. А потом я убью твоего хозяина.